День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски, и мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Wrath of the Lamb, и да, опять кубик, опять Айзек, потому что им весело играть, и им хочется играть, и ой, я... давайте я подниму звук, я, конечно же, сейчас немножко отвлекусь от игры. Вот, жужжание мух есть, все, мышка, брысь, хорошо, все, можем играть. Хорошо, что я... в нужном месте поставил бомбу. Так, я случайно нажал не на ту кнопку, пока переключался и всякое такое делал. Так, хорошо. Хорошо. Ключ мне не дали на этом, а то я бы использовал его. Так, еще один синий камень. Ну, тут, давайте бомбы мне, изверги. Изверги, давайте бомбы. И паук, иди сюда. Иди. Но стеснительный-то наш. Иди сюда. Ага, вот теперь он подошел. Ну. Что просил, то и получил, называется это все. Так, и ври. Осторожно. Есть. И. Тоже есть. Хорошо, бомбочка. Отлично. Знаете, что я это возьму, потому что, по-моему, она дает еще 5 бомб, если я не ошибаюсь. Да. Отлично. И это мне очень пригодится. Потому что там еще синий камень. А сюда я пойду, в надежде на то, что с другой стороны у меня будет достаточно комнат, чтобы зарядить еще раз кубик, если здесь вдруг что-то другое будет. Ну, нехорошее, и мне придется делать рерол. Так, давай, червячок. Давай, умирай. Быстро. Я сейчас в Dark Souls играю, и... Я бы не сравнивал эти две игры, но... как-то они все-таки пересекаются в чем-то. Слегка. А, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, слегка. Так. Ага, есть. И. Осторожно. Давай, да, осторожно. Осторожно. Так, есть! И. Давай, умирай. Я так не хочу на них урон получать. Мне просто. Это не страшно, но мне просто обидно. Так, есть полсердечка, здоровье не буду менять. И, конечно же, может быть, я мог бы изменить что-то в магазине, но ме. Так, давайте используем бомбу здесь. Серое сердечко, окей. Конечно же, может быть, я нарвусь на зубастую комнату и потеряю это серое сердечко, но ме. Бывает, всяк, да. Да. Спасибо, игра. Я тебя понял. Я тебя тоже люблю. Так, давайте тогда пухликов сейчас взорвем. Отлично. И след. Ну, давайте, не стесняйтесь. Ага! Это я от него не ожидал. Капли крови. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Камешек. Ключ. А. И сейчас такой вопрос, открывать тот золотой сундук или нет? Скажу вам честно, я не знаю. Я просто глотнул чайку и открыл просто сундук, вот и все. Так, окей. Давайте посмотрим на наличие секретной комнаты. А, я, конечно же, разочаруюсь, но... Бывает. Стоит. Иногда бывает. То есть, иногда, когда видишь, можно открыть, а когда не видишь, почти что никогда не открывается. Но у меня 5 бомб, так что можно было бы рискнуть. Так, давайте пойдем сюда. Серый сундук, который даст мне ключ, которым я открою золотую комнату. Кристальный череп, от которого я откажусь навсегда. Итак, теперь я ищу ключ. Ключ. Ну, муха, ты как будто железная. У меня так мало урона. Пор сердечко. Здрасте, я ваша тетя. Вся очень скушенная и облоданная, но все-таки тетя. Давай. Ай-яй. Срезала чудо розовое. У меня хватает скорости, чтобы от нее убежать. Или от него. Точно не знаю и знать не хочу. Так, что я знаю, это то, что она очень редко дает нам какую-то вещь. Но если она нам даст вещь какую-то... Таблетка.
Хорошо, карта также. Так, The Tower. Может иногда пригодиться, а таблетка что со мной сделает? Speed up. Это хорошо, больше скорости, не откажусь. Так, идем. И пока что... Да. Ни золотой комнаты, ни босс. Ага, вот он, золотая комната. Пожалуйста, дайте мне ключ. Люди, подайте ключик. Я как бы много не прошу. Это же такая минимальная вещь. Один ключ. Нет? Из принципа нет? Ну, хорошо. Окей. Угу. Так. Так, попадание, попадание. И... Ну. Мухва. Мухва, веди себе по-человечески. А-а-а. Попала. Мухва попала. Есть монетка. У-у-у, целая монетка. Так, здесь мы воспользуемся бомбой, которую нам дали. Камешек, пожалуйста, камешек. Бомба и серое сердечко. Тоже не откажусь. Так, тут как бы это взорвать, чтобы получить тот серый камень сразу же взорвать. Явно не так. Но у нас теперь достаточно денег, чтобы пойти еще и в магазин. Что было бы классно, но давайте сейчас пойдем к боссу. Так. Не страшно, босс. А знаете что? Может быть... Да, редкий случай, когда я в него попал. То, что я сам в себя попаду, я уже знал. Это такое... А вдруг я еще в босса попаду? Попал. Бывает и такое. Так, давайте пойдем. Есть, прыжок есть. Интересно, что он за собой оставит. Обычно он за собой ничего такого особо крутого не оставляет. С другой стороны, вдруг сегодня его заплющит, и он так, оставлю за собой. Эх, мой, еще раз. Еще больше скорости я измерю. Пентаграмма. Обалденно. Так, хорошо, мы ищем ключ. Игра, если ты закончишься без того, что... Без ключа, я прикола не пойму. Я, может быть, в магазин смогу... хорошо. Так, следующее, пожалуйста, будь здесь секретной комнатой. Твою налево. Вечное решение. Магазин или золотая комната? Я скажу вам честно, мне хочется в золотую комнату, потому что я знаю, что в золотой комнате просто лучше вещи лежат. Но, с другой стороны, у меня нету рерола. All stats up. Я стал больше, теперь мы ищем грибок, который сделает меня меньше. И мы пропускаем магазин, к сожалению, потому что... Ма ключа. Жаль, а так было бы хорошо, если бы там была секретная комната рядом с магазином. Было бы идеально просто. Так, давай, умирай. О, ключ, это приятно. Давайте здесь поиграем. Я не против. Резко. Я не против. Шприц — это пассивный урон. Это ядовитое прикосновение. И знаете что? Мне не хочется. По-моему, я откажусь от этого. Так, хорошо. И еще раз хорошо. И давайте я сейчас... Отлично. Есть рерол. Давайте изменим. На... Пах... Он меня делает меньше? Давайте проверим. А! Нет! Да, он меня делает меньше, отлично. То есть это максимальная скорость движения. Все. Это не тот гриб. Это какой-то другой гриб. Я его в прошлый раз не взял, потому что боялся, что он мне уменьшит урон. Но это не тот гриб. Давайте поиграем немножко в эту штуку. Так. Так. Так, давайте до трех сердец, я опущусь. Потом дальше пойду погуляю. У нас уже достаточно денег, чтобы не бояться зайти в магазин. То, что я бомбу использовал, это, конечно же, плохо, потому что теперь у меня только две. Я использую, чтобы здесь посмотреть, есть ли секретная комната. Но нету, ее нету. Так, теперь. Ага! Я теперь очень быстро стреляю. Очень-очень дико-дико быстро. А, это от гриба. То есть это не скорость передвижения все-таки. Я не понимаю. Бомба — это ключи? С одной стороны, это хорошо, потому что теперь я могу зайти в магазин. С другой стороны, это немножко пугает, потому что у меня теперь нету бомб. Так.
И это что? Это что, Excel уровень? Это очень похоже на Excel уровень. А! Если у меня... О, ключи. Хорошо. Так, давайте зайдем сюда. Жадности, которые у меня не заберут мои деньги. Нет, 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 нет. Ну, да, хорошо. Немножко. Так, и еще раз они у меня... Так, если я сейчас умру, я на кого-то обижусь. Скорее всего, на себя. Очень сильно. Очень-очень сильно. А, пробрысики, дорогие мои. Так, издалека вас стрелять приятно. Так, хорошо. И поехали, поехали. И сейчас слез летит страшное количество. И это хорошо, потому что мне не нужно сражаться с ангелом. И с как ангелом. И я не боюсь. Так, у нас еще одна, это еще один банк крови. Товарищи, 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 без резких движений, пожалуйста. Давайте, заплюем их, заплачем их. Так, еще один ключ, с ключами все отлично теперь. Так, давай, 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 рассосись, ах! Он-то рассосался, но все-таки успел в меня выстрелить. Что всегда не оптимально. Потому что это отнимает целое здоровье. Так, здесь, пожалуйста, не умираем, потому что зеленка меня убьет. Есть, и... есть. Монетка, заберем. Жадности, паньки. Стойте там в середине и все, и не двигайтесь никуда, пожалуйста. А! Как они любят там выдавливаться оттуда? Ну, ща, как выдавлюсь? Сейчас как выйду весь? А? И они сидят и хихикают, потому что маленькие. Так, есть и есть. И я все еще иду. О, господи. О, господи, это обалденно, потому что он 100% дропнет мне немножко здоровья. С другой стороны, он меня может убить жестоко. Жестоко наказать меня. Хорошо, паньки. Давай, умри, умри, есть. Есть красные сердца, это хорошо. Теперь таблетка. Больше, еще больше слез. По-моему, такого не бывает. Так, гнезда, 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 гнезда. Хорошо, отлично, монетка. Магазин, дорогой магазин. Так, если это не Excel уровень, то я очень удивлюсь. Батарейка. Знаете что, так как у нас кубик... Я даже не знаю, стоит ли брать. Давайте я изменю. Сумочка. Давайте возьмем сумочку. Несколько тринкетов в руках, это хорошо. Так. Что у нас здесь? Бомбы, которые я могу поменять на бомбы. А то есть две бомбы превратятся в три бомбы. Если я правильно все поставлю. Хорошо, осторожно. Есть. И еще раз. Есть. Отлично. Хорошо, и уже ли это не Excel уровень? Ну, он очень массивный для не Excel уровня. Пробрысики, пожалуйста. Как, да? Очень хорошо. Может быть, еще чуть-чуть больше урона, и было бы просто совсем жестоко. Да, это Excel уровень. Хорошо, что у меня есть ключ. Па-па. Есть. Давайте посмотрим, что здесь. Бюстгальтер, который я просто подниму, а также положу обратно. Хорошо, давайте пойдем в комнату сюда. Посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь зомбик. Бомбик. Зомбобомбик. Так, я точно знаю, что я хочу изменить бюстгальтер. Тут вопросов нету. Так что давайте это сделаем. Угу. И мы пойдем дальше. И давайте мы пойдем сразимся с боссом. Зарядим себе немножко кубик. Ой-ой-ой-ой-ой, это неприятный. Ах, да, на Excel уровнях два босса. Я совсем об этом забываю. А, паньки. Так, видите, мы можем... А, он не очень быстрый. Он, по-моему, не очень быстрый. И мы можем его немножко отталкивать своими слезами. Но это не страшно. Трусы. По идее, пассивка, которая мне не спортит жизнь. Давайте пойдем дальше. Так, кусок мяса я так или иначе изменить не смогу. Ай-яй, наступил на зеленую гадость. Ты в первый раз, по-моему, в первый класс выплюнул 4 аж плевка таких огромных. И... есть. Эй, сделка с ангелом. Это чудесно. Хорошо.
Давайте пойдем. О, господи. Проблема в том, что она не останется. То есть я хочу... Я возьму ее просто потому, что она, видите, закроется, и потом можно уже плакать себе в варежку. Так. Так, и, по-моему, это нам дает половину серое сердечко, когда у нас заканчивается полностью жизнь, или половину синего сердечка. Что-то такое. Так себе, которое... Так, у нас ключ, у нас зарядился кубик. Мы пойдем изменим. Так, давайте книгу анархиста изменим. Змейка. И скажу вам честно. По идее, вещь бесполезная. Но так как она первая пассивная, второе, мне нужно ее один раз хотя бы собрать в своей жизни, то я ее возьму. Просто сейчас мне... Обычно она проблематична тем, что тяжело-тяжело... Очень, да, это тяжело-тяжело, это значит очень тяжело попасть в кого-либо, когда вот так вот слезы туда-сюда виляют. Но теперь у меня так много слез, что хоть они виляют, хоть они что делают, они все равно попадут. Так, хорошо. И, по-моему, скорость полета слезы уменьшается немножко. Да, потому что идет вот это вот виляние. Да-да-да. Так, хорошо. Мне бы, скажу вам честно... Ах, нет. Нет. Не смогу зарядить. А в боевую комнату не смогу зайти, потому что у меня не хватает здоровья. Ну, да. Жаль, конечно же. Но ничего. 15 монеток есть. Куча ключей есть. И это есть. А, из-за карты не буду делать. А вот бомбы на много бомб. То есть две бомбы на... Так... 4 бомбы поменяю. Потому что выгодно. Очень-очень. Хорошо. Так, куда-нибудь я еще могу пойти? Нет. И мы тогда, так как... Вот, жаль. Жаль, что... Хотя, подождите. Секретная комната? Если она здесь? Нет. То я думал, я могу зайти в боевую комнату. Давайте здесь поменяем бомбу на ключ и на секретную комнату. Нет, просто на ключ. К сожалению. И просто пойдем дальше. Соберем трусы, которые... Посмотрим, что они мне дают. Я уже даже не помню, что они мне дают. Что вы мне даете, трусы? Range up. Ну, хорошо. Окей. На мана. Так, и, конечно же, то, что я не смог воспользоваться боевой комнатой, это жалко, но... Да, пойдем дальше. Так, здрасте. И есть. И... Ах! Так, спокойно. Спокойно уворачиваемся. Уворачиваемся. Скорости у нас хватает. Вот чего? Что у нас есть, это скорость. Ага. Так. Пробрысики. Как я его убил? Я без... А, может быть, куском мяса я его задел. Пятак. Отлично. Так. Обжорство. Здрасте, я ваша тетя. И магазин, в котором, скорее всего, будет жадность. Ну, 100% будет жадность. Да. Чувствую уже ее. Когда много магазинов можно посмотреть, тогда она выходит. После второго или третьего магазина всегда появляется. Но зато она нам бросила еще больше монеток. И если вдруг мы встретимся с попрошайкой, то это будет хорошо. Так, идем тогда сюда. Это некрополис, а то есть у нас на следующем уровне уже мама? Кажется, что уже... Зубастая комната. Что ты мне дашь? Что ты со мной сделаешь? Почему она не двигалась, я не знаю, но меня это просто радует. Хорошо, хорошо, что она не двигалась. Вот как я это сформулирую. Так, мухи. Дорогие мои мухи. Давайте тогда их так сделаем. Давайте посмотрю, есть ли здесь секретная комната. Нет. Бомбу на красное сердце. Знаете, я сейчас в такой ситуации, что мне хочется поменять бомбу на красное сердце. И на то, что в красном сундуке 9 жизней. А я должен... У меня... Отлично. Опаньки, все, хорошо. Все. У, попрошайка. Так, здесь нужно взрывать снизу. И вот здесь. Хорошо. Чтобы, если из него вывалится бомба, можно было ее оттолкнуть хорошо. Так. А, и, по-моему, если у нас много денег, то возможность того, что у него выпадет хорошая вещь, по-моему, ниже.
Хотя нет, лестница. А, давайте просто оставим ее здесь. Нас никто не заставляет сейчас прямо ее брать или изменять, потому что, ну, изменить я не могу, потому что нету заряда на кубике, но лестница так себе. Так, давайте возьмем серый камешек. Так, есть, есть, отлично. Пускай лестница остается здесь пока что. Она нас подождет. Так, идем дальше. Кто здесь у нас? Так, куча ходилок-стрелялок. Ходилка-стрелялкины. Так, как у нас еще одна комната, чтобы зарядить кубик. Есть. Не боевая комната, к сожалению. Что мне обязательно для того, чтобы зарядить кубик. А, это вот простая боевая комната. Хорошо. Так, теперь. Скажу вам честно. Прикол в том, что лестница... Это такая вещь, которую можно взять, потому что она может пригодиться. Она может пригодиться. Ее можно не брать, но она может пригодиться. Давайте посмотрим, если у меня, например, здесь выпадет что-то, что я вообще не буду изменять. Или что-то, что я абсолютно захочу изменить. И тогда мы посмотрим, может быть, лестницу стою. Я, в общем, так, я лестницу в последнюю очередь буду изменять. Так, да. Я хочу коробка. И я сейчас думаю. Вы слышите процесс? Да, это. Я вот думаю, брать коробку или нет. Потому что, по идее, полезная вещь. Но у меня всего есть. Всего у меня достаточно. И сейчас я даже не знаю, зачем. Если бы я взял коробку, то зачем я бы ее взял? А. С другой стороны, у меня повсюду пассивные вещи. Так, там библиотека. Так, осторожно. Осторожно. Я, конечно же, куча серых сердец, но все равно. Они когда-нибудь закончатся. Надеюсь, они никогда не закончатся. Я тогда выиграю. Хорошо. Так, половинка красного сердца. В магазине у нас мухи защитные. Да, я их возьму. Обязательно. И проблема в том, что я ни лестницу, ни это не смогу изменить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. А, давайте я просто подниму, чтобы она у нас больше никогда не попадалась. Хорошо. И давайте сейчас тогда пойдем... Возьмем и лестницу, и коробку. Окей. Так. Чаек. А у нас больше негде подраться? Нет, нет, больше негде. И па-па-па-па-па-па-па. Куда мы доберемся? Ся-ся-ся-ся-ся-ся. И коробка. Что там? Давай не будешь давать нам тролль-бомбу. Молодца. Так, глаз возьму. Каждый неизвестно какой выстрел будет. Ядовитый выстрел. Bad trip меня поранило немножко. Карта Temperance дала мне банк крови. На попозже его оставлю. Если у меня вдруг будет... А, на попозже. Сейчас это не очень важно. И сейчас у нас уже боссом мама, так что не заходим автоматически к боссу. Потому что там он... Она нам даст, конечно же, какую-то вещь, но мы ее... Да, мы не сможем оттуда вернуться больше. Так. Две монетки под окном пряли поздно вечерком. А, да и помним, что у нас есть лестница. И мы можем добираться сейчас до тяжело доступных вещей. И мы можем прятаться. Так. Рубашкины. Окровавленные рубашки. Липеры. Куперы. Муперы. Так. И... Давай. Тяп-тяп-тяп-тяп. Есть бомба. Как ангелы. И зубастая комната. Хорошо. Давайте пойдем. Так. И... Тяп-тяп-папа. Сказал я почему-то, зачем-то и для чего-то. Лапка Гаппи. Нет, но я могу сейчас все превратить в серые сердца. Что было бы очень-очень много. А, но у меня нету полароида. То есть, когда у нас есть полароид, тогда можно это делать. И там можно с ума сходить на сложных уровнях. Сейчас я ее изменю в Библию. А, как раз, вы мне говорили, что нужно. И знаете, я ее сейчас возьму. То есть мне сейчас до мамы нужно, до маминого сердца, и я как раз их пройду Библией,
И сделаю тот ачивмент, который вы мне говорили, что нужно сделать. Тогда у нас появляется что-то полезное. Да, посмотрим. Так, хорошо. И хорошо. Отлично. И да, я отказался от кубика. Но тут уже ничего не поделаешь. Хотя, может быть, рано отказался от кубика. Можно было за Библией вернуться. Так, тут... О, боевая комната. Как раз. Босс-комната боевая. Хорошо. Так, у нас карта. Что за... Temperance. Еще одна? Интересно, у нас два Temperance. Хорошо, давайте тогда себе опустим здоровье. Так, я просто хочу... А, поднять эту штуку. И опустить эту штуку. Я понимаю, что я от нее получаю больше денег, но у меня здесь есть шанс получить еще один апгрейд на здоровье. Так. Так. И так. Отлично. Оу! Эй, идиот! Я так, уу! Апгрейд на здоровье! Класс! О, слава тебе, господи. Хорошо, еще одна. Так, спокойно. Теперь не делаем ошибок, допущенных раньше. Окей. Так. 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 Она сейчас взорвется и даст мне еще один апгрейд на здоровье. Нет, нет, все хорошо. Все. Так, спокойно. Что у нас здесь? Так, отлично. Еще один апгрейд на здоровье. Так, маленький. Не, это не маленький чап, это просто толстое-толстое животное, которое меня пугает своими наездами. Но быстро разбираемся, кто у нас. А, это пипс. Все понятно. А, ну да, это на высоких этажах. Я уже забыл, что тут более тяжелые боссы. Ну ничего, мы с ним разберемся. У нас достаточно урона. Достаточно скорострельности, чтобы быстренько-быстренько это сделать. Притом, иногда отравляющие выстрелы, это чудесно. Так, хорошо. Па-па-па-па-па-па-па. Как я увернулся, я не знаю. Потому что я не уворачивался. И... Оп! Есть. Хорошо. Ничего больше не получу. Пойду дальше. Получу свои полсердечка. И пойду совсем дальше. Так, хорошо. Когда вот так вот убиваешь червяка, это значит хороший урон. Так, первое, что нам нужно сделать, это разобраться с какангелами. Следующее, что нам нужно сделать, это перестать нервничать и материться. И желание нервничать и материться, конечно же, на уровнях с зомбиками диаметрально возрастает. Так что это жестокая-жестокая вещь. Хорошо. Так, пушпен... Нет, нет. А, нет, у меня же два-то. Нет, два тринкета доступны. Мы пойдем сейчас, мы еще не нашли. А, давайте эту штуку взорвем. Я понимаю, что в нее можно было поиграть, но я сейчас не хочу рисковать. Я хочу просто здоровье получить и пойти дальше. Без нервов. Без нервов. Пойти дальше. Так, что у нас здесь? Угу. Понятно. И есть еще все. Отлично. Это то, что я хотел. Так, это не та комната, которую я бы заказал, если бы я мог заказывать комнаты. Пумба, я твой отец. А, или это... Это, по-моему, разные фильмы. Я слегка напутал несколько фильмов, совсем чуть-чуть, немножко. Так, хватит, давай, умер. Ну, все, наконец-то. Есть? Так, Bad Trip нам вылечит полностью здоровье, если что. А, карта. Я возьму, потому что, да, у меня нет возможности делать рерол. Я возьму также серое сердечко и дополнительную бомбу, чтобы на всякий случай. Итак, что у нас здесь? Мозги. Ах, да, и я теперь точно знаю, сколько мне можно пройти, где мне можно пройти. Бомба. Окей, я возьму ее на обратном пути. Отлично. Турелька, которая решила стрелять самонаводящиеся, к тому же, выстрелы. Окей. А то есть, виляющие самонаводящиеся отравленные выстрелы. Отлично. Хорошо идем. Хорошо. Так. Угу.
А, я теперь знаю, где секретная комната, поэтому можно в нее постучаться. Так, кто здесь? 9 монеток. Не откажусь. А то вдруг пригодится еще. На красных уровнях. Зачем-то. Для чего-то. Как-то. Хитро. Так, все, все, все. Идем. Мама, мы тебя убьем сразу же, извиняй. Так. Хорошо. Опускайся. Halo! Отлично. И все, и теперь Библия нам не нужна. Но. Так, здоровье. Давайте синий камерник взорвем. Глюч. Хорошо. И две половины сердечка. Все, идем дальше. Хорошо. Фух. А, зубастая. А, полет мне дает возможность. Странно, я думал, я только один раз получаю. А, я... полет. Это у меня от Библии полет был. Так, у меня полета нету. Левая рука. Дает нам больше красных сундуков. Что так себе. Я лучше все эти вещи оставлю. Они влияют на мой урон. Да. Так, давайте я поиграю в эту штуку. Потому что Библией я уже воспользовался. На сердце она мне не пригодится. А кристальный шар, если я получу. Мир. Отлично, давайте оставим ее до второго этажа, чтобы там не блудить особо. Угу. Давай, давай, играйся, играйся. Не стесняйся. Играйся, играйся. Давай, 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 давай. Работай, работай. Кому что сказал? Играйся, не стесняйся. Ну, давай, 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 давай. Грибок, который я не возьму. У меня карта уже есть. Он мне... А, нет, он мне может показать точно, куда идти, но у меня карта есть. Нормально. Без грибка обойдемся. Так, что это за карта? Попрошайка. Так, хорошо. Давайте в него сыграем. Сердечко красное, что нам пригодится. Еще по нему попасть бы. Это было бы совсем хорошо. Bob's Rotten Head. Так себе. Давайте просто поднимем. Хотя... Это лучше Библии, скажу вам честно, потому что это атакующая вещь. Так, идем дальше. Что это такое? Нет. Нет. И я где-то до... я бы до посинения играл. Ну, да, давайте еще до 15 центов. Lucky Tail, нет, нет, нет. Верните мне глаз. Черная монетка мне не нужна, потому что возможности воспользоваться бомбами уже не особо большие, так что... В самом начале обожженная монетка это обалденно. А сейчас это так себе. Так, хорошо. Идем дальше. Еще одна карта. Chariot. Этим можно, конечно же, в кровавый банк играть, но не. Так. Давайте поиграем здесь тогда. Давайте запустим ее. Почему бы и нет? Так. Окей. Так, я говорил до 15. Окей, я больше не хочу. Не, устал. Я устал, я ухожу. Так, два ключа получаем. А также вот в этой куче вещей нужно взять себе нужные вещи. Так, хорошо. Оп! Ну, не страшно. Давайте пойдем дальше. Так, есть... Миколки. Отлично. Самонаводящиеся выстрелы. Чудесные, чудесные выстрелы. Давайте. Так, и здесь босса нету. Я это знаю. Мы идем. Да, давайте посмотрим, проверим, что у нас тут внизу. И опаньки. Нарвался, понимаете ли. Сам нарвался. Никто меня не приглашал. Я сам нарвался. Так, боевая комната на полное здоровье. Я как-нибудь... Я даже не знаю, стоит ли. По-моему, нет. Неважно, что там внутри лежит. Только если там внутри лежит, не знаю, что-то на пробел, что просто меня улучшит, жестоко улучшит. Так, еще деньги. Давайте посмотрим, что это такое. 10 бомб. Нет, спасибо. На более простых этажах я бы сделал, а здесь я не хочу просто рисковать здоровьем. Если я как бы иду хорошо, но
мне не хватает, мне как бы одна комната, которая, в которой мне не повезет, и на этом все закончится. Так, самонаводящиеся выстрелы, делайте свою работу, пожалуйста. Давайте, есть, хорошо. И, а нет, они не успевают попасть, они вроде бы подлетают, но... А, все, все, разобрались они, молодцы. Так, прыгалки-скакалки, прыгалки-стрелялки. Господи, как я увернулся, я не знаю. Чудом увернулся. Опять босс в комнаты нету. Хорошо, прогуляемся по всему этажу, почему бы и нет. Очень весело. Цик, есть, о, пол красного сердечка. Вдруг нам понадобится. Хорошо, идем дальше. Червячок. Червячок. Ты не низок, не высок. Опаньки. Давай. Ты наезжай, конечно же, сколько. О-хо-хо-хо, нет. Черт. Так, нужно вернуться за полсердечком. Потому что это, считайте, полное сердечко. Так. Хорошо. Вот оно, полсердечко. Все. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Если я на красных уровнях умру, это будет, конечно же, грустно. Но это вполне... Мне никто не запрещает это делать. Я могу... Хозяин-барин. Что делаю? Делаю, что хочу. Так. Так. И, ну, героическая кишка. Вечное сердце. Которое я подниму после босса. Угу. Серое сердце. Окей. Так, и да, из этого босса я смогу выйти. Так что можно спокойно идти. Так, здесь так делаем. Все. Здесь это полное сердечко я на потом оставлю. Смерть, война. Война это красная война. Угу, хорошо. Так, больше всего мне не нравится ее фаза с... Вот эта фаза, вот именно эта фаза. И знаете что? На! Ну, я отравил его. Хотя он успел вызвать какую-то гадость на поле боя. Так, лошадка, давай, не стесняйся. Нарывайся. Еще кусок мяса. А, нет. Я по привычке сказал. Еще кусок мяса, хотя у меня нету куска мяса. Вообще, так, давайте соберем все здоровье, которое здесь валяется. Все, и пойдем отсюда. Отлично. Хорошо. Так, теперь, где у нас... Далековато, скажу вам честно. Слегка, есть, чуть-чуть, немножко далековато. Давайте пропустим бомбой одну комнату. Может быть, та комната, на которой меня убьют. Так, плевалки. Если бы я не двинулся, я бы 100% увернулся. Но нет, я решил врезаться в выстрелы. Так. Есть, хорошо. Плевалки-прыгалки. Умирай, молодец. Так, с Bob's Rotten Head. Есть, зарядилась. Комната, в которой легко разобраться, но немножко тяжело увернуться. Потому что они асинхронно себя ведут. Так. И... Ну, есть. Одна монетка целая. Окей. Так, миколки. Угу. Получать, по идее, урон на этом... На этой комнате не нужно. Потому что они безобидные, и их легко убивать. Так, о, полсердечка. Полное сердечко. То есть полсердечка, по идее, ничего не изменило. Ах! Наткнулся, понимаете ли. И есть таблетка, которая... Больше слез. Еще больше слез. Попрошайка, ты... Просто сидишь идеально, скажу тебе честно. Просто лучше не бывает. Давайте сыграем. Почему бы и нет? Так, осторожно. Есть, хорошо. Смотрим, что он нам даст. Я бы не отказался от серых сердец, от красных сердец. Мистер Мега. Больше урон от бомб. И, ну, хорошо, я не откажусь. Так, и вот оно. It lives. Хорошо. Все. Есть. Поехали тогда. Может быть, подтолкнем эту штуку? Отлично.
Так, с бомбомухой разберемся. Ой, она оставила за собой полсердечка. Так, я так давно с It Lives не встречался, не сражался. Аж слезы наворачиваются. Или это не слезы? Что-то наворачивается. Так, а как раз я еще Bob's Rotten Head могу использовать. Так что давайте посмотрим. Сейчас. Оп! Хорошо. А я что, ее не могу отравить? А, все, она перешла во вторую фазу. Окей. Убиваем, убиваем, убиваем как можно быстрее. Давайте пнем туда к ней бомбу. И. Есть! Есть. И поход к ангелу. Это что, я могу уже идти дальше? Это меня немножко пугает. Ну, давайте. Так, да, хорошо. Я 10 раз прошел. Я открыл его, и я могу пойти к ангелу. Нет, ну что, попытка не пытка, конечно же. Но это меня ужасно пугает, и меня это, скорее всего, убьет. Зубастая комната соблазнительница. Давайте пойдем в сторону секретной комнаты. Хотя там хотя бы я могу срезать один или два этажа. Одну или две комнаты. И тогда прорваться дальше. И почему-то это не похоже на... Это больше похоже на Шеол. Скажу вам честно, это как-то странно. Это очень странно. Это... По-моему, я не в церкви. По-моему, я не иду к ангелу. Я иду в Шеол. Я иду к сатане. Ну умри, ну умри ты наконец-то. Как я их не люблю. Так, давайте воспользуемся бомбой. Здрасте, ваша тетя. Но мы с ним разберемся. Еще раз. Здрасте. Супер. Хорошо. Так, он нам может дать скидку. Чудесно. Она мне так нужна на этом последнем, самом последнем уровне игры. Так. Четвертак. Чудесно. Некоторые платят своей душой за это. Четвертак. Что, я не могу? Не могу это сделать? Странно. Да очень странно, что я не могу срезать. Хорошо. Конечно же, опять же, я удивляюсь тут немножко, что я не могу срезать. Так. Жадности, жадности, жадности. Товарищи жадности, рассасывайтесь, пожалуйста. А от турельки я буду за камнем прятаться. Так, тут я... А, теперь не увернулся. Я хотел удивиться, но теперь... Хватит, хватит, не надо удивляться. Этим никого не удивишь. Итак, турелька, скажи свое бе. Скажи, не стесняйся. Бе, молодца. Хорошо, идем. Бомба-мухи, сказал бы я, если бы это были бомба-мухи. Но это бомба-червячки, на которых лучше не нарваться вообще. Так, героический бомба-червячок, что ты мне скажешь? Так, что же здесь такое было? А, может быть, это считалось как комната с мини-боссом или что-то? Почему я не смог срезать, я не знаю. Так. Хорошо. Идем дальше. Да, и это правильное направление. Это хорошо. Так, мое отражение летает, что плохо. То есть его невозможно наколоть на шипы. Так. Почему он стреляет? А, это мое отражение стреляется героическими слезами. И я его все-таки расстрелял. Угу. Так. И... Ну давай, давай, умри. Умри ты наконец-то. Я устал его убивать. Я устал его убивать. Так, пошлите. Да, это не ангел. Сейчас? Не вовремя. То есть, было бы почти что идеально, если бы было идеально. Но так это было совсем-совсем не вовремя. Так, зато я его отравил немножко. И он тогда быстрее рассосется на свои две части. Хорошо. И, знаете, я не знаю, пройду я или нет. Тут все зависит от того, насколько глупо я буду себя вести во второй фазе. И как хорошо я буду уворачиваться. Так, товарищ.
Он за мной еще не убегал, что странно. Я не откажусь от такого. Если он будет так летать, все хорошо, я его просто расстреляю. Отлично. Так, теперь. Да, вот о чем я говорил. Так, хорошо. Так. А, то, что я его иногда отравляю, большое-большое спасибо глазу. Угу. Так, есть. Есть. Ну! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-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 чуть. Так. Давай, есть, все. Ноги. Ноги не врут. Или моя попа не врет, как говорила Шакира. Ну, у кого какие части тела говорят, те части тела вообще. Части тела не врут. Вот как можно это описать. Части тела не врут. А, па-па-па-бамбамуха. Не надо. Не надо быть такой резкой. Не надо. Вообще не надо. Не надо быть. Вот. Бамбамуха, тебе быть вообще запрещается. Так. Обеим бамбамухам быть запрещается. Хорошо. Увернулся. Есть. Есть, есть, есть. Очень-очень приятно. И это концовка. Все концовки, по-моему. Которую мы видели. И я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.